Озон, я вызываю тебя на бой! Озон, я вызываю тебя на бой! Озон, ты позор всего нижнего интернета! Еще раз, позор всего нижнего интернета! Нижний интернет и позор – это эклектика, это несочетаемые вещи. Но ты, Озон, умудрился опозорить даже нижние интернеты! Стоп донат Озону! Стоп донат! Стоп донат! Зачем вы ему донатите? Зачем? Он на вас ездит. Ездит. Зачем вы ему донатите? Стоп донат Озону. У него все хорошо в жизни. У него есть квартира в Москве и не одна. У него есть Олег. У него все хорошо. Это мы с вами живем хрен знает где, хрен знает зачем. Как дочь Обамы, и учится хрен знает где ее. Ты так кричишь, боже мой. Зачем Озону донатят? А что в кухне слышно? Озону зачем донатят? Стоп донат Озону. Что? Стоп донат Озону. Не поняла. Стоп донат. Что такое? Озон говорит, скиньте мне 50 000, 50 тысяч рублей, я начну бухать. Зачем? Зачем вы это делаете? Что он воспроизводит? Какой контент он делает? Какой? Объясни, ба. Иди, дурачок, кричите, думаю, уже с ума сошел. Ба, я Озона на бой вызываю. Ба, придешь на бой? Придет. Озон, ты ничего не делаешь, никакого контента. Ты сидишь и бухаешь, а потом: простите, извините, Вадим, извини меня, Луножоп, извини меня. Зачем вы ему донатите? Зачем? Объясните мне. Донатите. Ладно, меня не любите. Хотя я делаю контент, извините. Вы знаете, что я имею в виду, на какие стримы там мы собирали и прочее. Ладно, дайте другим, тем, кто там, не знаю, рисуют, поют, танцуют, делают какие-то вещи, проекты и прочее. Зачем вы ему даете? Он же просто алкоголик, у которого все есть, который с жиру бесится. В прямом смысле. Озон! Ты такой же жирный, как и я, но ты никогда не бросишь пить, и ты не похудеешь. И ты просто засышь выйти против меня. Знаете, ребят, может быть, я сейчас выгляжу в этой маске как сумасшедший и прочее, может, я им и являюсь. Но я понял, что Озон поехавший... Напоминаю, что Озону в этом году, если не изменяет память, ему будет 37 лет. 37! 37, ребята, 37. Ладно, хорошо. Вот я понял, что он сошел с ума, когда я был у Кирилла, у Виджелинка на дне рождения в прошлом году в... Ну, это был не на дне рождения, но неважно. В общем, в сентябре месяце. И мы стримили, одновременно стримил Озон. И Кира биокарликом говорит: значит, напишите Озону, что мы едем там к нему, все дела, ну вот, и там и по пути покупаем болгарку и прочее. И понятно, что это была шутка. Понятно, что никто к нему никогда бы не поехал из Звенигорода в Москву. Зачем? Объясни. Ну кто в здравом уме там ехать 2 часа с лишним? Зачем? Но Озон такой: да-да, ну пусть приезжают, да-да, пусть только приедут, пусть Софринский спецназ. Озон, ты понимаешь, что ты позоришь Софринский спецназ, понимаешь? Если бы твой старшина или командир тебя сейчас увидел, он бы, как и в старые добрые времена, он бы заставил тебя что делать?
Может быть, там, не знаю, спецоперацию какую-то выполнять, там, не знаю, штурмовать какой-то объект или еще что-то. Нет, Озон, ты бы как раньше просто стирал бы носки. Говорю, ну, ой, не-не, извини, ну, простите, пожалуйста, ой-ой, извините, не-не-не, все, давай кулачок. Озон, ты позоришь софринский спецназ, позор софринский спецназ, ты его позоришь. Ты позор софринского спецназа, понимаешь? Люди сейчас, которые там служат, лучшие годы отдают, они смотрят на тебя и думают, что ж другие люди подумают, а? Зачем ты позоришь софринский спецназ? Зачем? Озон! А служил ли ты? Озон, служил ли ты? Может быть, ты нам лапшу на уши вешает? Потому что мне кажется, что там таких нет. Озон. Может быть, ты врешь нам? Озон! Стоп, донат Озону! Он абсолютная пустышка, он никто, он ноль. Он ничего не делает, он только бухает за ваши деньги. Донатьте лучше нормальным людям, творцам. Вот типа меня. Озон, так вот, что хотел сказать-то, да... Ну и Кирилл там черным буквочком, карликом говорит, напишите, что сейчас мы типа приедем. Вот, а тогда Иван Амаз был. И вот в чем эта трусливость Озона подлая выражается, в том, что он такой, типа там Ван Амаз, все, я выйду с Ван Амазом, в октагон за 200 тысяч рублей. С Ван Амазом, потом с кем? С Иваном Гамазом, потом с бабой Симой, может быть, ты с моей бабулей выйдешь в октагон. Но еще раз, лет 10 назад она бы, Озона, раскатала бы, как в старые добрые времена, в немецкий шницель, так сказать. Ну, вот. Ну сейчас, конечно, тоже, если при должной подготовке, да, даже с Озоном, если дать ей МП-40, ну, неважно. Так вот, Озон... Зачем ты вызывал Ван Амаза в октагон за 200 рублей? Зачем? Ты же понимал, что к тебе никто не приедет. И потом такой, да-да-да, все, Ван Амаза в октагон. Да-да, ой, не-не, пацаны, все, пока, все, я выключаю, все, да. Все, и вырубил стрим. То есть он на самом деле думал, что к нему кто-то приедет. Озон, ты понимаешь, что ты просто поехавший? Ты понимаешь, что ты... Трус. Ты обычный трус. И мне стыдно за тебя, потому что ты позор нижнего интернета. Позог нижнего интернета. Озон! Выходи на бой! Хочешь ринг, хочешь татами. Что угодно, по любым правилам или без правил. Выходи! Но ты засышь. Потому что ты трусливый карасик. Озон! Озон, ты трусливый! Стоп, донат Озону! Вы что, с ума, что ли, сошли? Он говорит, значит, снял ролик. Да-да, начал с извинениями. Ой, извините, я когда пьяный, я что-то это... Ой, извините, что вот некорректно себя вел. И потом, ну да, если вы мне 50к задонатите, я буду пиво пить. Блин, может, я не знаю. Ты вызовешь Шаболду какую-нибудь там с Тверской, но на Тверской уже не стоят вроде бы. И скажешь, ну вот если вы мне, девочки, задонатите, тогда, может быть, мы с вами будем там, значит, по тузику гатиться. Озон, ты в своем уме? Какие 50, блядь, какое пиво? Озон, это ты должен людей развлекать, ты, а не они тебя. Зачем вы его раскормили? Зачем вы ему донатите? Он же нулевой, он ничего не делает. Тут я как дурак, куда-то ездишь, куда-то что-то какие-то, кому-то там за стримы платишь, кому-то еще что-то люди там смотрят, чему-то может новое учится, куда-то там какую-то новую информацию познают. Еще раз, я уже тысячу раз говорю, я бы на эти деньги там квартиру бы себе купил.
Нет, все, пожалуйста, там показываю и сам развлекаюсь, и люди тоже смотрят, там ставят классы и комментируют. Тут же просто чувак сидит, бухает и поливает дерьмищем своих зрителей. У него все плохие, кругом враги. И его топ-донатеры, и его коллеги по нижнему интернету, кого он только на бой не вызывал. И сколько раз он мазоху вызывал, но вот, не-не, типа, мазох, все, давай кулачок, давай, потом... То Диму Дрожинова вызывал на бой. А потом что-то... Не-не, это Дим, на, все. Давай, кулачок, давай. Мир, да. Озон, ты трус! Озон, ты трус, ты позор нижнего интернета! Стоп, донат Озону! Стоп, донат! Донайте нормальным людям! Донайте Хикану! Стоп, донат Озону! Стоп, донат! Слюни летят, конечно, Хикана, но это эмоции. Я просто поражаюсь. Ладно бы человек делал какой-то контент. Не, я понимаю, что вот... Ну, стенка по-любому у меня выиграет. Ну, я еще телевизор тут повешу, я не знаю, может, какой-то там монитор от компа откуда-нибудь достать, от старого, тоже 14-дюймовый, и тоже его бить. Озон! Ты же ноль, ты ничего не делаешь. Не, ну, кто-то там это смотрит, естественно. Так, камера-то хоть работает? Я просто поражаюсь, у меня в голове это не укладывается. Насколько же люди, мягко говоря, странные. Озон. В любое время, в любом месте. Ты знаешь, меня очень легко найти. Ты мне пишешь, и мы, чтобы все было по-честному, чтобы никто из нас не успел там подготовиться и прочее. Ты не беспокойся, я полуинвалид, у меня там с ногой проблемы. Дыхалочка очень такая, знаешь ли, неоднозначная. Поэтому мы в равных условиях, Озон. Озоша, не беспокойся, мой дорогой друг. Не бойся. Ты не можешь не бояться. Это... Я твой ночной кошмар. Ни мазоха, ни Дима Дрожин. Кого ты там еще вызывал, Озон? Это я. Потому что я, о тебе говорю всю правду, что дальше, чем дальше ты будешь жить, тем крыша твоя будет больше ехать. И если бы не твой друг Олег, возможно, ты смотришь на него и думаешь, Олег... Попа просится на грех. Озон! Чем дальше, тем крыша у тебя будет уезжать. Извините за тавтологию. Все дальше и дальше. Озон. Может быть, от моей десницы правосудия ты станешь хотя бы на толику, на йоту нормальным человеком. Может быть, я попробую вставить мозги тебе на месте. И ты, живя в нормальном, развитом или развитом европейском городе, имея две хаты и возможности быть рантье, не будешь бухать и развлекать хрен знает кого очень сомнительным образом. Какое развлечение, если человек сидит такой, о, ну давай я стою, бах, вот смотрите, что с вами будет потом. Ой, извините, ой, давай кулачок, Кирилл, давай кулачок, ой, извини, ты мне телевизор разбил. Озон, ты сошел с ума, пришло время лечиться. Пришло время платить налоги 13%, на самом деле чуть там половину больше, неважно. Вот. Озон! Стоп донат Озону! Стоп донат!
Сотанат! Озон, я жду ответа в течение 48 часов. Ты что, чокнулся совсем? Слышно везде. Ты что? Ну что, наоборот, меня приветствуют все. Приветствую. Ну вот, и хочешь, к соседям сходим, я им объясню ситуацию, что стоп-донат Озону, понимаешь, ба? Иди объясни, что я чокнулся и кричу. Так это не я чокнулся, понимаешь, мне 30 лет, Озону 37. Он живет в Москве, имеет две квартиры, понимаешь? Хватит! Что? Хватит. Дурак! Так что, дурак? Стоп-донат Озону! Ну, давай по чесноку, как говорится, I'm sorry, man. It's 5-10. Опять маму вспоминаешь. Какую маму? Нет, я про Озона. Ба, ну послушай, в самом-то деле. Да иди ты нахер своими Озонами. Вот, даже баба Сима говорит, иди ты нахер со своими Озонами. Все правда? Правильно, бабуля, правильно. Вот. О чем я? Да, Озона, у тебя есть 48 часов на ответ. Не будет. Ну, я думаю, не будет, потому что я не верю, что в Озоне остались какие-то мужские качества. Он трус. Я не верю в это. И мне стыдно за то, что этот человек называет себя мужчиной. Эй, ты не мужчина, я жизнь, блин! Стоп-донат Озону! Стоп-донат, донати нормальным людям! Стоп-донат, которым можно что-то научиться. Что-то узнать, какую-то новую информацию, книжку какую-нибудь прочитать. Перестать быть интеллектуальным банкротом. Стоп-донат Озону! Все, я сказал. Так, кореша драгоценные. Все, мы, в принципе, этот... определились с этими модусами, максимумами и прочими умными словами из Википедии. Вот. Поэтому я вам рекомендую ставить класс, донатить с Бабулинович пакеты нормальным людям. Поймите, когда мы с бабой Симой здесь, мы в 15-м году с бабой Симой в месяц жили на 1500 рублей. Озон также ни хера не делал и жил себе нормально, припеваючи. Озон, ты обычная чайка-попрошайка! Ты чайка-попрошайка! 50 тысяч рублей за что? За то, что ты пиво выпьешь! Ты в своем уме, чайка! Ты чайка-попрошайка, Озон, чайка-попрошайка! 37-летняя! Ты ноль. Вот. Ставьте классы, подписывайтесь на канал Хикана, донатьте нам с бабулиной вещпакеты, заказывайте рекламы Сигны. Тёмки-тёмки, лавки-лавки, покусики. И хранит нас всех Господь наш Сварог. Будьте счастливы, дорогие друзья. Я вас обнял. И я надеюсь, что у вас и у меня в нашей жизни, по крайней мере в ее финале, будут яркие какие-либо мгновения. Мы, естественно, с вами обретем вид физкультурников. Ну, я так точно, потому что вот уже и турнички, и брусья, и прочая форма приходит, конечно, потихонечку. Вот. Будьте счастливы. И хранит нас всех Господь наш Сварог. До новых встреч. И обязательно ставьте классы и пишите комментарии больше 4 слов. Это бесплатно, за это денег не берут. И я вас прошу. Спасибо большое. До новых встреч. Всем пока. Аминь.